Ну а сегодня, как и обещал, будем учиться кататься на заднем. Будем делать вилли. Походу не разошелся, да? За поворотом вилли. Так же учится, как я. Вот, боится просто. Не получается. Надо немножко резче, резвее давать. Сцепление не бояться пускать и пойдет. Она, в принципе, с места должна, без сцепления у него. Меня так же рвет, но он что-то пока попает. Первые разы практика, так по чуть-чуть, день второй, третий, только чуть-чуть приподнимет, потом научит держать баланс, точно так же, как и я, в принципе, та же самая история, и как бы на это нужно немножко времени, никто с первого раза не катается, конечно же, но посмотрим, будем практиковать. Сейчас зарядим еще немножко на автостанции, посмотрим, народ повеселим, может будет что-то интересное. Как-то так, вроде что-то есть, а там народ скажет, в принципе, как оно там со стороны. Понял, я цепуху потянул, понял? Короче, я такой вот понял, цепушник, а у меня цепуха, понял, на начале, ой, на конце. Сейчас я сделал на начале, ты видишь, подрывает. Ну ты пока в этом, слышишь?
рассказывает. Нам нужно немножко сцепления дожать, чтобы получить вот такой эффект. И будем делать это с 40 километров. Принцип какой? Поняли? Где-то 40 км в час на первой скорости у нас где-то 5-6 тысяч оборотов. Не больше этого достаточно. Выжимаем сцепление именно как раз в момент разжатия. Когда не полностью выжимать, а именно в момент разжатия вы прочувствуете, что мотоцикл иначе начнет работать. И вот в этот момент нужно резко отпустить. Просто только нащупали этот момент, и все. И мотоцикл поедет на заднем. Хай Гитлер!